Our snake is back. Look at this. How much food did he eat? Look at this. Wow. It's probably 2 rats at least. At least. She caught some prey and now she's resting there. In the sun. Quite cold nights recently. Just 17, 16 degrees at night. Celsius. Yeah. Yeah, I think we have some rats or mice in the garden because of a bird. We have a bird feeding seeds in the cage. And I was always against to kill anyone, even if it's a rat or a mouse. I was always waiting for natural causes. This is probably natural causes. The snake came over and caught them. At least two rats, I think. She is really thick here in this spot on her belly. Змея наша вернулась, толстая такая, жирная, наверное, пообедала хорошенько. Нет, не пообедала, поужинала. Ночью, наверное, поймала крысу или даже две. И вот теперь там себе загорает на солнышке. У нас прохладные ночи, где-то до 16 градусов только температура ночью. И вот она себе там солнышко находит днем и греется, чтобы лучше переварить. Им нужна, наверное, повышенная температура. Они ведь хладнокровные животные. Вот так вот, толстая. Никогда не любила никого убивать, ни крыс, ни мышей. Вот тебе природа. Кто-то их поймал и съел. Бедные. Ну, ничего не поделаешь. Да, вот такая вот природа, она жестока. Кто-то выживает, кто-то погибает.